Под весомым сугробом трудно различить лавочки и спортивные сооружения. Выводить на прогулку детей на эту заснеженную площадку решался не каждый родитель. Местные жители пытались справиться своими силами, обращались в управляющую компанию. Правда, это не приносило видимого результата. Мы уже устали это все делать, снег не убирался, и мы решили обратиться в партию «Единая Россия». И вот видите наши результаты. Смотрите, теперь у нас уже площадка очищена. Мы просто очень благодарны вот за эту проделанную работу. С появлением активистов двор преображается буквально на глазах. На помощь приходят и неравнодушные местные жители. Самая тяжелая работа достается тракторам. Сугробы, с которыми не справляется лопата, легко разгребает железный ковш. После чего снег загружают в КАМАЗ. Представители партии «Единая Россия» решили не оставлять сугробы на детской площадке до весны. После генеральной уборки ребятам есть где разгуляться. Дети всех возрастов торопятся во двор. Активисты подготовили для них специальную праздничную программу. Мне понравился праздник и день веселья. Мы бегаем и берем кегли и отдаем своим, а потом они ложат обратно. Праздник приходится по душе и взрослым, и детям. Многие родители и бабушки встают в хоровод вместе с ребятней. Детям весело, это самое главное. Сейчас что, они дома сидят, в компьютер, блин, какие-то игры электронные. А так живое общение, веселье, это, я считаю, очень хорошо на свежем воздухе. Только одна польза. Ну так, действительно, если сюда выйти на площадку, снега было много. Ну, с детьми-то не поиграешь, шибко-то не разбегаешься. А сейчас ничего, хорошо. Этот спортивный комплекс на Комсомольской представители партии «Единая Россия» установили еще в 2015 году. Но этот двор не единственный, на который обращают внимание. В других на протяжении 5 лет по просьбам жителей активисты организовывают расчистку внутриквартальных дорог. Впервые в этом году мы решили почистить дворы. Получилось так, что очень много обращений от жителей поступает к депутатам, что не чистятся детские площадки, детские спортивные площадки. И мы решили очистить вот детские площадки своими силами, силами молодой гвардии, чтобы дети не просто играли на площадке, но и пользовались спортивными снарядами, пользовались каким-то детским сооружением и так далее, и так далее. И вообще играли на детских площадках. А это же зима, это тот же самый спорт, это здоровье. На память с праздника каждый участник уносит не только кучу приятных эмоций, но и подарки от активистов партии «Единая Россия». Татьяна Резидент, Юлия Тамилина, Александр Захаров. Хроника дня.